И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы продолжим проходить миссии в вулканическом биоме. Пойдем также по порядку. И Алла и Бай-Бай. Это следующая миссия. Кстати, она находится недалеко от адской охоты за сокровищами. Что облегчает нам немножечко поиск миссии. Там, по идее, судя по названию, это нужно будет аллозавра замочить. Пойдем на номер первым, потому что нужно ее подкачать. Нужно ее подкачать, так как она немножечко не подкачанная. Вот, пойдем на ней. Ну а для этого тпхаемся подальше от остальных, чтобы не зацепить их. Тпхаемся туда же, в ту же точку. Так. Вот она, миссия. Как я уже сказал, находится очень близко. Вот, буквально та миссия здесь, эта миссия здесь. То есть, прям вообще очень близко. Давай ее зацепим. Ой, давай вот так зацепим. Может, так она цепляться не будет. И что? Ну, погнали! О! Охота в жару. Подожди, а это у нас кто? Охотится на магмазаров. Ну, это, по ходу дела, мы будем охотиться в вулкане. Так что там, наверное, лучше на магмазаврике там побегать будет, да? Ну ладно. Алла, алло и бай-бай. Ну, я думаю, название миссии Алла and Goodbye. Типа того, вот это вот. Ну и чё? А, здесь ж по следам! Какая была хорошая миссия не ходить по следам. Ну ладно. По следам так по следам. Это же ж так весело ходить по следам. Это же буквально наше всё. Буквально... Кормить нас не нужно, только дайте походить по следам. Так, все, свалите нафиг отсюда. Легче пешком дойти до некоторых этих. Да, еще бы вот эта вот сверкалка бы не была бы на пол экрана, вообще была бы красота. Что там такое? Дай-ка я быстро это просканирую. Как это прекрасно! И что самое главное, со стороны разработчиков правильно делать настолько неудобный интерфейс в беге. В беге по этим миссиям. О, здорово! Это ты! Еще не атакует, скотина! Самому приходится за ним бегать. Ну, это обычная гамма. Это обычная гамма, типа, чё вы здесь не видели? Урон гипер большой. Все дела. Да, здесь уже небезопасно так пешком побегать. Но это не менее бесячий из-за этого. Ладно, хоть следов немного, и на том хорошо. Здесь по факту типа кругалем пройтись и все. Гениальные следы. Отойди. Я не собираюсь тебя обходить. Отлично. В 2 сантиметрах прошел мимо и не зацепило. А-а-а! Бесячая зараза.
Начинаю сканирование. Очень сильная бесячая зараза. Ну давай уже сам нападай на меня, чё я за тобой должен бегать-то? Там около края карты, что ли? Ё-моё, реально? Начинаю сканирование. Ну и где? Ну, отлично. Честно, ну это самые тупые миссии, вот это вот. Да, это прикольно, но блин, они бы хотя бы немножечко получше бы отображались, типа, стрелочками сверху. И, ну, более продуманные они должны были быть все равно. А не вот так вот. Начинаю сканирование. Отлично. Ну, стая лозавров, это прям логично было. Охотник один, жертва ноль. Ну, здорово. Так, что мы здесь получили? Ничего интересного. На Халикотере, кстати, их не томил. Вроде бы вообще ни разу. Может притомить? На Генезисе втором хотя бы. Не знаю, посмотрим. Ну да, хорошо, хоть миссии недалеко бежать, там реально вот, и вот полкилометра туда-сюда и все там. Только вот, вот так вот и туда-сюда вот это виляешь и все, как говорится. Ни больше, ни меньше. Ну, хоть так, хоть что-то. Погнали, погнали на Гамму. Быстрей, быстрей, быстрей. Пламя-то как вырывается. Ух, красота. Здорово, жирный. Так, алла и бай-бай. Вау. Все, выкидываем. Давай, 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 грузись быстрее. Ну, ну, да, да, да. Отлично, ладно. Я не знаю, пойдем, короче, так. Будет прикол, если в итоге мне чего-нибудь не хватит. Так, отойди. О, 63, это мы по другому пути идем. Окей. Вообще насрать. Дерево? Серьезно? Не-не-не, вот. О, здорово. Ты чё такой дерзкий? Налетел такой? Подкинул меня куда-то в воздух. Я аж это, растерялся. Не знаю, а что мне еще делать, как, пока я их жду, пока они там раздуплятся. А ты вот этот захавай. Так. Туда. О, вижу следик, отлично. Ой, не разгоняться. Мне потом в повороты входить тяжело. Почему-то я просто подумал, что он в другую сторону повернулся, да? Ну вот. Так, не-не-не, ты вот, короче, нафиг иди. Серьезно? Смотришь на это? Дай-ка я быстро это просканирую. Ой, да пофигу, погорю. Насколько же это бесяче. Не, на каком-нибудь рапторе это было бы вообще бы изящая фигня. Но это на рапторе.
Раптор он более такой поворотливый. Здесь же это прям конкретно бесячая фигня. Иди в жопу. Вот сейчас серьезно, он просто ее не зацепил. То есть я там сейчас мимо проходил, я 100% очень много следов пропустил мимо. Ну ты, импицил! Ну наконец-то сам додумался подойти. Я там просто за камешек зацепился. Пройти не мог сразу. Смотри, как бежит. Оп-оп-оп-оп. Прям так старается, смотри, как бежит. А там... И исчез. Ах, аж эти условности. Ладненько. В смысле, я сейчас около своей же миссии, входа в миссию, что ли, тусую? Ну, прикольно, чё. Да я не против как-то. Потом меньше бежать. Посерил. В пещеру? Ну, это если что, та же самая пещера, которая была в прошлой миссии. Прикольно. Не, пещера это хорошо как минимум тем, что ты типа в ней заходишь, и они линейные. То есть там следы пропустить тяжело. В этом плане, конечно, это огромный плюс. То есть я просто несколько следов цепляю и без лишних заморочек. Охотник один, жертва ноль. Что мы здесь получаем? Ну, здесь в основном, смотрю, песчаные перчатки получаем. То есть, какаху. Нормально так прокачался. Да, всякая гадость. Ну, а чё я хотел, чё я ждал? Вот, 250 метров. Кайф. Буквально вот, вот, прям в упор близко. Опять я зацепился за этот же камешек. Ну, что ж такое-то, а? Это очень много таких мест, за которых ты просто цепляешься, и ты пройти не можешь. То есть, на других картах ты бы это проходил, здесь вот прям очень много вот таких мест, где ты можешь вот так забуриться. Это очень отвратительно. Бесит прям как сильно. Не, рассвет, конечно, прикольно, желто-зеленый. Но я сейчас буду слазить с седла, ты мне будешь мешать. Поэтому уж сорян. Ну давай смотреть, что как альфа нас раздербанит. Ну, по крайней мере, по ощущениям... Аллозавр казался немножечко полегче, нежели, допустим, Лунный Король. Да, то есть там было жестко. Там было прям очень жестко. Че, давай, так же туда же. Лично. 82! Это новый, короче, будет. Это третий путь. Но опять-таки же, да, путей здесь должно быть много, потому что здесь сразу же две миссии на поиске с одной точки старта. Поэтому это не удивительно. Здесь путей немало делают, понятное дело. Ох, какая же ты бесячая собака, а? Ну, здорово! Не сильно дамажит, это хорошо. И кровотечение не наносит. Я боялся больше кровотечения. Кровотечение он наносит урон в процентном соотношении.
Здесь же просто забей. Клёво, клёво. Это очень клёво. Но, ну вот, получается, вот он один. Вот здесь второй заход. Что там, три же захода, да, у нас получается. Ну, то есть, при первом атаке, то после троих останется, возможно, то есть. В целом, можно пройти на изи и альфа. Только нужен, во-первых, седло хорошее, во-вторых, рекс хороший. Это понятное дело, но... То есть, как бы, в целом, все это сделать не так-то уж и тяжело. Ну, погнали, давай, давай. Даже сейчас вот интересно, а что у магмазавров будет там в этих... здесь было логично, здесь стая аллозавров будет. А что у магмазавров будет? Типа, кто ему будет помогать? Ониксы какие-нибудь? Ну, это будет жопа, если будут ониксы. Они меня бесят. Они прям самые бесячие в этом плане. Они просто по воздуху летают. Ну, это как диморфодоны. Летают по воздуху, попасть под ним тяжело, и ты как бы просто не бесит в этом плане из-за этого. Начинаю сканирование. Отлично. Ага. Увидел следики. Да ёб твою ж, просто вот какого фига. Вот здесь след идет, а потом он идет здесь. Прям очень бесячая собака. Ага, я что-то нашла. Ой, я там жрать хочу. Ну чё ты будешь подходить? Слышь, махаться будешь? Ты серьезно? Можно яркость уже вырубать. Я говорю, махаться будешь? Время тикает. Ублюдок, мать твою. Сел на гору такой. О-хо-хо-хо-хо. Ты меня не можешь достать. Я на горе. Слышь. Достать я не могу. Вот это я понимаю. Картиночка. Да что ж ты подкидываешь? Ты собака под ноги-то вклезет, а? Отлично. Что у нас по здоровичку? Ну да, примерно то, что ожидал. Ну и 1030 они снесут примерно в трехе, я думаю. То, что как бы урон будет наносить все вместе разом, поэтому будет урон наносить больше. Какая сволочь стреляла? Не, ну ты, короче, я смотрю, вообще это себя бессмертным считаешь, да? Не, я бы, честно, не рисковал бы, когда вот такая вот махина с трехэтажным дом стоит рядом с тобой и пытаться кого-то что-то атаковать. Я бы, честно, не рисканул. Как минимум из-за того, что тут стоит махина с трехэтажным дом. То есть ты можешь случайно зацепить эту махину. Ну, отсутствие мозга это дело-то такое. Для них это было нормально. Инстинкт, все дела. Зато смотри, как выжили. Долго жили, сколько. Эх. Динозаврики и не только. Прикольно. Какая ж бесячая ты собака!
стоп этому ублюдку, который вот сделал вот этот конченый сраный ублюдочный зигзаг, просто икалось сейчас так сильно, что просто слов нету. Зацепил ты говно, нет? Ты там светишься? Светишься, отлично, зацепил. Ай-яй-яй-яй-яй. Прям очень бесячая собака оказалась. Вот просто вот этот зигзаг дебилёхонький. Ладно, так будет быстрее. О, магмозавр, здорово. You are next. Давай только в меня не стреляй, не нарывайся. А, это мой Рекс. Похрюкал. О, да вон вы где. Начинаю сканирование. Такс. И где ж мне выбрать поле сражения? Если я встану вот на тот скалу, то есть шанс, что они просто сюда могут не подступиться ко мне некоторые, да? Ну, шанс-то есть. Чего дерево меня бы не бесило. Но подступится же все равно. Да и что-то они не сильно-то и хотят меня атаковать. О, во, двое пошли, трое пошли. Ай, это плохо. Надо было по одному выцеплять. Много урона вносит, прям вообще очень много. Плюс вот это вот еще этот кровотечение или что там они вносят, что тоже урона не кисло. Ой, подлагало. Ну да. Кровотечение это, конечно, сильно дамажит. Какие они громкие. Я себя даже не слышу. Наверное, вот это. Ну во, так уже лучше. Да, эффект стаи, кровотечение, про это я и забыл. То есть мне нужно было как минимум двумя рексами идти, чтобы я смог их нормально изи-бризи без хилок затащить. Ну ладно, фиг с ним, что хилки есть, и бог с ним. Но вот я говорю, вот их не вот это кровотечение и эффект стаи, конечно, это да, это прям жесткая зараза. Урона вносят очень даже нехило. Бесячая зараза. Там тоже, да, скучно? Не, если вы проматываете такую фигню, я тоже не против. Обычно стараюсь ничего еще не говорить в этот момент адекватного. Ну, наконец-то. Ей! Заработал неплохой трофей. Ну и что мы получили в итоге? На Халикатеру. Просто так сделаем. Прокаптодон. Спина. Карна.
Короче, нифига хорошего. Вот если так на то пошло. Даже по броне. Нифига хорошего. Ну вот Кастрейдес отлично, вот на него броня. Супер! Броня на Кастрейдеса за то, что убил Аллазавра. Ей! Вот такие вот народ дела. Вот такая вот миссия. Не скажешь, что сложно, но концовочка, конечно, да. Забыл я про эффект стаи. И то, что там самец-самку вот это сработать, тоже еще урона буду наносить меньше. Это не кисло так отшатнуло. Но если бы я двоих рексов заводил, то было бы даже на альфе легко. Соответственно, конечно же, разных полов. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.